Иногда. Так, я уже как? Пряпаю. Так, что тут у нас? Потихонечку все присоединяется. Всем привет. Летим в Челябинск. 4 дня. 4 дня это же что? Это маленький отпуск, да? Вот, кто бы мог подумать, что мы полетим в отпуск зимой в Челябинск. Но тем не менее, привет Подольску, Кокляеву, конечно, и Мише Кокляеву, и Леше Серебрякову, и к остальным все, спасибо. Скоро уже будем, часов так это через... 3,5. Через 6. Нам еще здесь ожидаться. А, да. Да. Москва, привет. Передать приз привет Мишель, передаем Воронеж. Так что мы ждем, не дождемся. Единственное, что, конечно, хочется спать. Пятница закончилась. Привет, Швеции. Погодка так себе. Интересно, как погода в Челябинске. Ребята, кто из Челябинска, как погода у вас? Мы там выживем у вас? Как говорит Миша, в Мордоре. Минск на связи. Зачем пойду в ГИКУ поступать? Ну, потому что пригласили, я всего лишь ставлю красивую музыку. А почему а ГИКУ? Уточните, да. Пожалуйста, почему ГИКУ? Так, Чебоксары, Приморскому району привет, Саня, погода норм. Что кушаем? Что мы кушаем? Салат. Масичок кушает салатик. А я буду пить кофе и есть какой-то гамбургер. Всеволожку, привет. Покажи руки. Вы кому показать руки? Воронеж. Поврюсь по бокам? Да, я так всегда, когда успеваю. Встреча с подписчиками будет? Не знаю. Сейчас посмотрим, что там Миша придумал. Где мы? В аэропорту, слышите? Жена Милашка, Кострома, привет. Спина, кстати, прошла полностью. Уже начинаем нормально тренироваться. 8 марта в Челябинске будет, точно. Это именно так. Передать привет Ураю, передаю. Привет, здорово. Передать привет Ленинскому району Челябинска, передал. S7 летим. Чем мы летим вообще? Не знаю, чем мы летим. Харьков, привет. Минск, привет. Когда буду в Воронеже, не знаю. Будем ли снимать тренинг, но у нас будет, я думаю, много съемок. Кто летит в Агае, не знаю. Кто у нас в Агае? Марина, Маша Кузьмина, кто там у нас еще? Дмитрий Селивестров, по-моему. Кто? Даже, по-моему, Половников туда поехал. По-моему, все. Челябинск рулит, да. Цель поездки? О, Таллин. Таллин. В Таллин мы тоже скоро. Тоже едем. Да, на мой день рождения. А цель поездки? Как? В первую очередь увидеться с Мишей. Да? Да. Вообще, с семьей Кокляевых мы же общаемся, дружимся. И мы обещали, что мы приедем, обязательно приедем. Привет из Берничева. Скоро готов со шпаком будет. Я думаю, как только вернется, сразу будем. А сколько нельзя заниматься после удаления грыжи, надо понять, какая грыжа, как было. Кузьмин, 3-е место, да, знаю. Как поживаем? Переживаем хорошо. Привет Приморскому району. Ты уже передал 2 раза. Как жена после операции? Я прекрасно. Ну, она шикарна, да. Красавина Николаевна, вперед в финале, ура. Привет из Астрахани. Как в новой квартире, обжились вообще шикарно, очень. Хотите поставить виниры? Ну, можно поставить, это дорого, главное, чтобы они не отваливались время от времени. Что подарю 8 марта жене? Жена, что ты подаришь мне на 8 марта? Это сюрприз. Это сюрприз, я не знаю, что подарит мне на 8 марта. А я подарю себя. Пиво, привет. Жена, ты красивая. Давай, высморкайся. Ты мне все время показываешь каких-то таких. Где я импланты вставлял? В Санкт-Петербургском институте красоты. Мишки розовые трусы. У Мишки розовые шорты. Есть уже давно. А на самом деле мы везем ему ту самую футболку, которую Дима Коков просил ему передать на тайских каникулах. С такой большой 3-месячной отсрочкой, но все-таки она попадет в Челябинск наконец-то. Давно не было видно, да. Мася говорит, не показывать ее. Она тут собиралась съесть гамбургер. А у нее диета. А в Грузию прилетим? Есть такие планы. Что с Димкой Сильвестром, неизвестно. На самом деле не успеваем следить, потому что мы только закончили работать. Почаще в перископ надо бы, но получается, что на этой неделе у нас было аж 6 съемок, чтобы загрузить канал до момента нашего отлета. Сколько я потяну? Уже нисколько не потяну. Я только начинаю тренироваться после операции. Артему Еренкову передать привет. Передал. А в Минск? Не знаю, надо понять, что делать в Минске, и тогда, возможно, прилетим. Так, зачем она их ест? Зачем она их ест? Кушать хочет. Зато у нее даже соуса нету, видите? Маленький кусочек курочки. Помидорка. Помидорка. А пита как подставка.
Какое видео добавим на YouTube? Вот это? Да, все практически видео с перископа уходит на лайв-канал, и там оно остается. В Украину есть план, может быть, съездим, посмотрим, сколько у моей массы становой присед. Не знаю, да небольшой, килограммов 50 на 20 в приседе и столько же в становой, было чуть больше. Когда будут дети, у кого у нас, и не знаю, если только электронные. А нитки привет, передали. В Москву когда? Ну, сейчас на самом деле... Кто у нас? Слава Регина, 12-го. Москва к нам, в Питер. И вот после этого мы уже будем решать, когда мы полетим и куда полетим. Сане передать привет Куренкову. В США собираетесь приехать? Не знаю, что мне делать в Америке. Не люблю Америку, я люблю Карибы. Там интереснее. Сколько мне лет? 18+. Грузию не знаю. Летом собираемся куда-то на Кавказ, но еще не знаем. Че такой толстый? Это не толстый. Я просто в меру упитанный, как Карлсон. Тебе нравится семья Коковых, да? Они прекрасные, замечательные. Только Димка все время разъезжает. Ну что ж, такая работа. Хорошая кофточка. Да, этой кофточке лет 10, видите? На ней сколько дырок уже стало. Пупочные грыжи. Ну, бывает такое. Любую грыжу надо как-то приводить в порядок. Говорят, я сексуальный. Будет ли встреча с подписчиками в Челябинске? Ребята, не знаю, что будет в Челябинске. Я по России, на самом деле, практически никогда не летал, кроме как в Питере. В Москве почти нигде не был. Жавлону Мирзаеву передай привет. Передал. Нет, это не зубные коронки. Это нормальный материал. Передать привет Иванову Виктории. Боюсь ли я летать? Нет, я просто не люблю, потому что после перелета чувствуешь себя разбитым. Такой крем для лица, сенсибио. Стал делать становой 100+, начинается боль позвоночника, бросать не хочу. Надо понять, что с техникой и насколько готовы вообще позвоночные столбы. Либо, значит, уходить на меньшие веса и закачиваться там. Когда будем в Челябинске, часов через 6. Подарить стринги. Какие? Которые на мне? А в чем же я буду ходить? Всем нашим ВГАЮ привет, болеем. Так. Миша Артемию передать привет. Привет из Карелии. Когда семинары? Ребят, устраивайте семинары, а я уже тогда с удовольствием на них приеду. Ведь любая поездка должна быть чем-то обоснованно. И материально, разумеется, тоже. Тут такой вопрос: после удаления пупочной грыжи можно заниматься? Конечно, можно. Надо понимать, сколько идет реабилитация, какие идут ощущения. Таскать корсет, чтобы он держал первое время. Ну и, соответственно, аккуратно закачиваться на упражнении, где пресс напрямую не работает, чтобы мышцы не расходились. Привет Краснодару, Колумбус наш. Чем зарабатываешь, кроме работы тренером? Я кроме работы тренером работаю тренером. Часов так это 12 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Так что вполне нормально. Как после операции, все заживо, все прекрасно. Как с вами можно увидеться? Давайте мы будем в Челябинске. И когда выйдем в следующий раз в перископ, мы скажем, где мы живем. И можете подходить в отель. Какой материал на куках? Тот материал, которым пломбируют все наши дырки в зубах. Соответственно, этот материал нарастили, а после этого отпилили уже непосредственно по моему прикусу. Зачем купил свой холодильник с вином? Ну, во-первых, это не холодильник, а винный шкаф. Был бы это холодильник, было бы все проще. А так наши друзья нам помогли в приобретении. Вот. А вино мы давно коллекционируем. А что, тренироваться у тебя что надо? Надо написать и быть в Санкт-Петербурге, потому что кроме Санкт-Петербурга я не тренирую где-либо. Почему наезжали на биодобавки? Когда мы наезжали на биодобавки? Я не игнор, я не везде и не все успеваю прочитать, пока бегут сообщения большой строкой. Паша Сидоренко, привет. Миша организует челябинские каникулы. В Питере теплый бассейн есть? Да, есть. Прикупили что-нибудь в секс-магазине? Конечно, прикупили. Это же магазин моего хорошего друга. У нас там все нормально. Так, я успел прочитать АУ. Видно, кому-то я все-таки не отвечаю на вопрос. А может, все, кто тем временем ест. Саша, вам надо конкретно выходить в перископ с темой определенной. С темой определенной. Вот мы сейчас прилетим в Челябинск и выйдем с определенной темой, что прилетели мы в Челябинск. А сейчас нам просто было нечего делать, и мы решили выйти, пока есть хороший интернет. А то у нас так, есть хорошая тема, нет интернета. Нет темы, есть интернет, да? Передать привет универ Мечникова, передал. Луизе Алексеенко, Руслану Шаронову. Ребят, так много приветов. Перед липосакцией нужно худеть по максимуму, как раз именно худеть перед липосакцией точно не стоит. Стоит поднабирать немного, потому что если вы похудеете, то с чего хирург будет выгребать жировую ткань. Как с вами можно встретиться и где? Будем в отеле, когда узнаю, какой отель.
как-нибудь мы свяжемся. Ты М или Ж? Не знаю, а М или Ж это как? Передать Мише Учка привет. Как отношусь к геям? Никак не отношусь. Они вокруг нас, и, собственно, мы не всегда даже об этом знаем. Пока мы об этом не знаем, мы с ними нормально общаемся. Соответственно, значит, Учи и не знать. Не передавайте привет Учи, говорите со всеми обо всем. Наверное, да. Мася, тебе привет. Но меня просили не передавать приветы. Даже не знаю, что делать. Хата под охраной, сейчас бандиты все крадут. Ну, во-первых, у нас рядом живут друзья, и в этом доме у нас еще 4 друзей живут. Так что, welcome, салам. Что качаемся, как дела? Дела прекрасно. У меня тут, между прочим, ожидает вкусная еда. Вообще не очень полезная, но я буду ее сейчас кушать. Ну что, Гений Якобашвили, плиз, привет, передал. Насколько летим? На 4 дня. Все, мальчики, девочки, очень хочу кушать. Всем спасибо, всем до встречи. И следующий перископ уже с Челябинска. Ну что, Сибирь, жди нас. Всем пока. Масек, передавай привет. Пока-пока. Не отключается трансляция, не хочет нас отпускать.